Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Актер Кирилл Дыцевич. По какой причине он сейчас редко появляется на телевидении? Карьера и личная жизнь этого актера. В мире театра и кино 29-летний актер Кирилл Дыцевич пришел несколько лет назад. Он дебютировал в 2013 году, и благодаря обаянию, убедительной актерской игре и таланту он стал популярным и обрел десятки тысяч поклонников, хотя, я думаю, у него их намного больше. Многих телезрителей заинтересовал путь Кирилла к успеху, его первые шаги в карьере. Кирилл часто говорит в интервью, что не предполагал, что выберет актерскую профессию. Ему был ближе мир микроэлектроники. Поэтому он выбрал политехнический университет. Однажды в ВУЗе появился специалист из Академии искусств. За плечами у Кирилла было уже 3 курса этого вуза, но он серьезно отнесся к предложению преподавателя продолжить учебу на актерском факультете и решительно, а вернее кардинально изменил свою судьбу. Кирилл не пожалел о принятом решении и даже рискнул принять участие в экспериментальном конкурсе красоты. Парни в нем участвовали впервые. Победа в конкурсе открыла перед Кириллом двери в театр. Он сразу же получил свою первую роль. За этим предложением последовали другие, не менее заманчивые. Кирилл Дыцевич начал сниматься в кино, как в российско-белорусских проектах, так и в украинских. Головокружение от успеха у молодого актера не наступило. Более того, он успел осознать недостатки выбранной профессии, и у Кирилла появилось желание пойти другой дорогой. Кирилл признается, что ему не нравится отсутствие уверенности в завтрашнем дне, ведь работы у актера может и не быть, причем никто не скажет, когда же она появится. Дыцевич считает, что признание, которое к нему пришло, это приятный бонус, но в своем таланте актер сомневается и мечтает создать свой маленький бизнес. Актер уже снялся в 34 картинах, но ролей в новых проектах у него сейчас нет. Поэтому на экране Кирилл появляется, но очень редко. В настоящее время Кириллу 29 лет, и он пока не встретил ту самую единственную девушку, которая составила бы ему пару на всю оставшуюся жизнь. Многие в курсе, что в 22 года актер удивил очень многих скоропалительной женитьбой на актрисе со скандальной славой Настасьи Самбурской. Брак просуществовал несколько месяцев, но надолго отрезвил горячую голову Кирилла. Теперь он заявляет, что торопиться впредь не будет, и если надумает связать себя узами брака, то это будет продуманное и, конечно же, взвешенное решение. А поскольку большая любовь к Кириллу Дыцевичу пока не торопится, он намерен заняться более земными делами. Нужно много работать, поскольку у него пока нет своего жилья. Нужно позаботиться о маме, потому что она у него самая лучшая на свете. Я полагаю, что он прав. А как считаете вы? Вам нравится этот актер? И какие картины с его участием вы уже успели посмотреть и, может, даже полюбить? Огромное спасибо всем за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, до новых встреч и всем пока-пока.